6 по 8 декабря 2012 года в Саратове состоялась 13-я специализированная выставка «Prodexpo Prodmash-2012». Организованная выставочным центром «Софит Экспо» при поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской области и Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова. Также при поддержке Российского союза сельской молодежи, Ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» и Национальной конфедерации упаковщиков. Выставка «Prodexpo Prodmash-2012» была представлена следующими тематиками. Продукты питания и напитки, оборудование и технологии для пищевой промышленности, упаковочное оборудование и материалы, посуда и кухонный инвентарь. В этом году в выставке приняло участие 86 компаний из 13 регионов России. Среди участников экспозиции много известных производителей Саратовской области. 6 декабря в рамках выставки прошел форум сельской молодежи Саратовской области «Бизнес, молодость, не порог». Участники форума обсуждали новые возможности в сельском хозяйстве и агробизнесе с представителями правительства и Министерства сельского хозяйства Саратовской области. В рамках выставки «Prodexpo Prodmash-2012» состоялся конкурс «Лучший продукт». Основная цель конкурса – содействие продвижению наиболее качественных продуктов питания на рынок нашего региона. В состав жюри вошли специалисты Министерства сельского хозяйства Саратовской области. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 17 предприятий из Пензенской и Саратовской областей, а также Республики Башкортостан.